Теперь как этого достичь? Здесь Господь Брахма объясняет, для кого вот этот духовный мир будет законным правом. Если он будет делать три вещи, о которых в этом тексте написаны, то вот это состояние и вот это место Галока Вриндавана станет законным правом такого человека. Это не просто не то, что может быть он туда попадет. Садая бак означает законное право. Ему просто нужно быть в этом состоянии. Все остальное его не должно беспокоить. Кришна все сделает. Из каких же трех составляющих вот это вот настроение духовной семьи состоит? Не материальной семьи, с которой порой мы приходим в духовную организацию и хотим материальной семьи. И расстраиваемся, когда вдруг материальной семьи здесь неожиданно нет. И как-то даже обидно, про любовь говорили. Но здесь описано настроение, которое создает духовную семью. И три составляющих. Первое, здесь говорится, сусамикшамана. Су – это очень сильно. Первое – анукампам – это милость. Он ждет, да-да-да. Тат анукампам сусамикшамана. Преданный ждет милости. Анукампам означает сострадание, а также милости. Он стоит перед Богом. Это же наша практика. Это особенность бхакти. Тут все ждут милости. Ну, не пассивно ждут милости, типа там лег как-то, поставил там палатку, там этот флаг, жду милости, и так спит рядом, калачиком свернулся. Нет, не такой милости. Он как бы активно прыгает, показывая, что милость ему нужна. Это важный момент. А то как-то непонятно. Представляете, заходите в буфет, там очередь огромная, и вы где-то стоите в уголку там и ждете, что вас накормят. Вот, и непонятно, чего там стоит там. Вот, может, заблудился человек. Но когда вы активно там прыгаете и кричите там, мне тоже дайте, ну, похоже, надо человеку что-то. Окей. То есть ждать милости. Вот. Тата нукампам, но как он ждет милости? Вот тут очень важный момент. Сусамикшамана очень терпеливо ждет милости. Терпение. Потому что иногда есть такое, знаете, нахальная жажда милости. Знаете, ну что вообще, а? Давай, а? Ну, не дашь, ну ладно, я уйду отсюда тогда. Ну, видели таких людей, да? Я зашел однажды, ну, что-то там в банк зашли, там оплатить что-то такое. И зашел мужчина, знаете, он так вот решительно шел к этой кассе, вот туда, к работнику банка, шел так решительно. И так вот получилось, что какой-то человек на мгновение его опередил. И женщина там в кассе, она так как бы «да», и тот, знаете, его так это расстроило, что он, понимаете, так вот раз и вышел сразу из банка. Очень обиделся. Что такое вообще? Что такое? Я тут иду, что ты не видишь, что ли, я иду? Надо как бы знать, что я иду. Ну, вот. Нетерпеливый человек. Нетерпеливый, видали таких, да? Нетерпеливый означает, что ему сильно-то и не надо это. Я могу и в другой банк пойти. Не важно, так в другой банк пойду. Какие мне проблемы? То есть я сильно не привязан к тому, что здесь даю. Да? Но когда человек готов стоять в очереди, знаете, люди стояли в очереди. Вот на что вы в очереди стояли? На холодильник вы стояли? Серьезно, что ли? За колбасу не помню я. Что, стояли, да? Зачем люди стояли там, знаете, записывались там? Зачем стояли? Кто-нибудь в таких вот в очередях стоял, где вот там записывали? А? Серьезно, да? Что, правда, да? Тут долго, жилье, да, допустим. И люди ждут, и знаете, и они не психуют, говорят, вычеркните меня из жилищной очереди. Вот есть такие люди, да? Мне так надоело ждать, все, вычеркивайте меня. Такого нет? Вот такое бывает, нет? Нет, мне кажется. Пусть мы там правнуки, но как бы мы дождемся, да? Ну, я помню такую очередь, когда мне нужно было регистрацию делать. Я очередь там занимал с 3 часов утра, ну, в смысле ночи. Вот. И там, знаете, кто-то с вечера там занимал, кто-то там по очереди спать ходили. Ну, это вначале была не отработанная система, и вот такие очередя были.
И иногда, знаете, там, ну, то есть человек весь день стоит, и потом вот не досталось, там, бах, захлопнулось окошко, и ему на следующий день. А что ты не уходишь-то? Мужик, что ты не уходишь? Очень надо. То есть первый момент, первая составляющая должна быть, что мне это очень надо. Сусамик шамана, тат тенукампам сусамик шамана означает, что человеку должно быть это очень надо. Он прям готов ждать, сколько надо, сколько жизней. Иногда вот преданные приходят в духовную организацию и говорят, ну знаете, вот если за одну жизнь мы уложимся, и специально для таких, ну, нетерпеливых людей, у которых много вариантов, чем еще можно заняться здесь, он так приходит, у него куча альтернатив. Так я могу как бы бизнесом заняться, могу, значит, наслаждаться, могу тут вот это, вот это, вот это. Ну, может, еще и духовность. И вот ему, как бы, когда говорят, а знаете, это долго. Он говорит, да, ну, Бог с ним тогда, с этим Богом. У меня тут есть чем заняться. И специально для таких преданных очень важно, там, подчеркивают, ну, Шрила Прабхупада, тоже понимая природу, нетерпеливую природу, жители Кали-юги, он говорит, за одну жизнь. И подчеркивается, в общем, там, за одну жизнь. Говорит, да-да, за одну жизнь, там, нормально. Но в какой-то момент человек понимает, мне очень нравится фраза, один великий преданный Санкиртаны, как-то слушал его лекцию, и он сказал, там спрашивают, а вот говорят, там, может быть, за одну жизнь не успеем, там, ну, говорят. Вот. Он ответил, гениально просто. Он говорит, ну да, а чем еще-то заниматься? Вот это сусамик шамана. Он готов ждать сколько угодно, потому что очень надо. Из игр Господа Читания очень яркий пример вот этого сусамик шамана. Это преданный, близкий спутник Господа Читания. Мукунда, как его звали? Мукунда Датта. И он был... то есть Господь Читания, личность, а он с ним, вот он испытывает, он был очарован Господом Читания. Ему вот настолько нравилось, он настолько вот эта природа его слуги проявлялась в общении с Господом Читания, что ему ничего в жизни больше не надо было. И неожиданно, когда Господь Читания раздавал вот это вот Кришна Према Бхакти, знаете, там не всем же дают, даже преданные, которые они там ждут в очереди, да, ну, записываются там, ну, долго как бы все. И тут дают, дождались. И они стали там брать эту према-бхакти, прыгать до потолка. И так как природа-то бхакти такая, что сердце мягким становится, преданные забеспокоились. А как же Мукунда? Мукунда был первый в очереди. Почему ему не дали? Знаете, преданные, вот так преданные реагируют. Они хотят, чтобы другие тоже получили это. Они думают, там схватил свое и как бы, ну а со всеми Бог с ними вообще. Нет, такого нет у преданных. Они хотят. И тут, тем более, такой человек, Мукунда. Вам интересно вообще, нет? Вы еще моргайте мне, когда будет скучно. И тут, значит, Мукунда, ему не дали. И он спрашивает, Господь Читания, а почему Мукунда-то остался без, ну, без милости? Мукунда, Господь Читания, разгневался. Мукунда, да он притворщик. Он, когда в Хари Кришна на Кусенина приходит, Хари Кришна, а потом уходит и с Майавади общается. А Мукунда что сделал-то? Просто родственники приехали. Приехали родственники. А они про чистое бхакти не знают ничего. Они там какую-то эзотерику стали там, майявадскую проповедовать. А ему, так как это родственники, ну неудобно выйти, родственников не обидеть. И ему, он вынужден был там находиться. И Господь Читания вот эту вот, вот этот вот вещь, он говорит, вот видите, с майявади общается. Поэтому он увидит меня только через миллион рождений. Вот Матаджи вот так вот реагирует. Жалко Мукунду. Вот. Но Мукунда, когда услышал о том, что всего только миллион рождений, он, понимаете, человеку надо. Он говорит, миллион рождений, у меня есть чем заняться. Пойду-ка я там в пожарники пока, ну, чтоб жизнь шла, как бы. Он стал прыгать, счастливый, всего через миллион жизней. Всего-то миллион жизней. Всего-то миллион жизней в детский садик с манкой непроваренной. Всего-то миллион жизней, этот экономический кризис в странах развитого социализма. Всего-то там, да это Бог с ним, главное, через миллион жизней я смогу получить возможность свою природу слуги проявить полностью.
общаясь с Господом Гаурангой. И когда Господь Читания видит, он прыгает вот так в экстазе просто, в ожидании того, что через миллион жизней я как раз это получу. Обещали, Бог подписал, миллион жизней, это 100%, вы-то непонятно, сколько еще будете. А у него там было написано, миллион жизней, да нормально. Господь говорит, Читания сказал, вот ведите его сюда, сюда, все нормально уже. Вот это сусамикшаману. Когда человеку надо, а не то, что что-то я вот передумал. Вторая вещь, сусамикшаманам означает, вторая вещь, почему он так терпеливо и тихонечко, так знаете, в уголку стоит и ждет. Одна очень надо, потому что. А вторая, потому что денег нет. Денег нет, и вот ему как бы, вот кто-то приходит и говорит, ну вот знаете, ну я-то конкретно кандидат на Кришна Према Бхакти. Видите, у меня здесь написано «святой». Слезы, видите, у меня текут слезы. Божества, вижу, слезы текут. Но я, видите, как я вот могу и петь, и говорить, и как бы смешить. Это же все квалификация. Понимаете? Бог, ты что там быстро-то не даешь? Ты же видишь, какой я квалифицированный. Такой человек тоже нетерпеливый. Это же тоже сразу человек нетерпеливым становится, потому что я кто-то, я не простой человек, я тут духовные заслуги имею. Знаете, когда преданные начинающие приходят, знаете, как вот понять, что вас держат за начинающего преданного? Я сейчас вам расскажу. Если он постоянно говорит, если вам постоянно говорят, знаете, похоже, вы в прошлой жизни практиковали сознание Кришны, у вас, ну, такие вот, ну, сразу видно с прошлой жизни, вас держат за начинающего преданного. Потому что это вдохновляет. Да-да-да, я вот с прошлой жизни. Да с прошлой жизни означает, вы неудачливые йоги просто. Это означает, что вы в прошлой жизни не успели. Вы падшие преданные просто. Вот как-то по-другому, да, звучит сразу? Сразу как-то не так вдохновляюще. Это значит, что надо хоть в этой жизни постараться, чтобы опять не быть этим неудачником. Но когда вы начинающий преданный, говорит, да-да, ты преданный, с прошлой жизни. И вы, да-да-да, я вот особый, особый. И это, конечно, резкий прогресс должен быть. Так это тоже дисквалификация. Потому что человек считает, что он заслуживает, и он не может терпеливо стоять. Согласны? Так вот, когда человек понимает, что заслуг-то нет, денег-то нет, знаете, надо купить Мерседес, очередь огромная, очень нужен Мерседес, и у вас 200 рублей. И вы так стоите тихонечко так. Дадут, не дадут, дадут, не дадут. Так на что он надеется? На что же надеется? Почему же он не уходит из очереди? Ну, первое, очень надо просто. Поэтому он не уходит, потому что, ну, не надо. Мерседес нужен очень сильно вообще. Но 200 рублей, чего ж ты не уходишь? А Бог-то добрый. У меня денег нет. Даже 200 рублей. 200 рублей – это уже какая-то заслуга. Да? Мы тут, знаете, гордимся друг перед другом. У меня 150 рублей, у меня 500 рублей. Но на Мерседес все равно не хватит. Кришна Према – это дороже, чем Мерседес. И чтобы там у меня не было, какая-то память, какие-то там способности, это, за это не купишь. Так что же он не уходит из очереди? А потому что он понимает, не потому что у него есть деньги и ему дадут. Он, на этот счет у него нет никаких иллюзий. Он понимает, мне нечего предложить. А я не ухожу, потому что очень надо. А вторая вещь, потому что Бог добрый. Бог добрый. Он очень милостливый. И он может просто так, даже у кого денег вообще нет, он может дать. Мне просто надо тихонечко стоять. Тихонечко здесь стоять в очереди. Сколько надо вообще буду стоять? Очень надо мне это. И шанс у меня есть, но это не моя заслуга, что у меня есть шанс, а он очень добрый. Вот это сусамикшаману. И когда у человека вот такая вот вещь есть, вот это вот смиренное ожидание, без претензий. Может быть, у вас был такой опыт, когда люди к вам с претензией приходят. Даже если это по работе. Знаете, вы в окошке там сидите, паспорт там выдаете. Кто-то приходит с претензией. Что хочется сделать? Закрыть окошко, технический перерыв. Да, да. Но если там человек без претензий, просто излагает, ну вот я понимаю, что у вас технический перерыв, но может быть я готов ждать сколько надо.
как-то даже у черствых людей что-то там начинает шевелиться, да? Что о Кришне говорит. И когда кто-то там хамить начинает, требовать, там, стучать ногами, то, похоже, человек не готов к семейным отношениям в духовном мире. Ему пока здесь надо, здесь потренироваться. Это сусамик шамана. Вторая вещь, что делает этот преданный. Смотрите, это мы одну составляющую. Вот одна составляющая. Вот терпеливо ждет.